лучшие спортсмены наши. В Румынии прошел чемпионат Европы среди юниоров по тяжелой атлетике. Участвовали 36 стран мира, а в составе сборной России выступала спортсменка Чувашской республики, уроженка Батыревского района Наталья Шайманова. 2 золотые и 1 серебряная медаль в копилке за спортсменки. У Натальи Шаймановой характер стальной, как и ее снаряд. С 10 лет Наташа пробовала свои силы в вольной борьбе. Сейчас ее конек – тяжелая атлетика. Весовой категории до 63 килограмм. Юная штангистка завоевала титул чемпионки Европы среди спортсменок до 21 года, обойдя соперниц из 36 стран мира. Ей по нраву. На помосте она чувствует себя как рыба в воде. Это ее стихия, говорит ее главный тренер Геннадий Иванов. После первого подхода, это успешно, конечно, стартанули мы 106 килограмм, и уже было понятно, с этой суммой она уже может встать на пьедестал. Но уже второй подход, мы уже следом повторяли, следили за румынкой, и на 1 килограмм мы опережали. Она 105 начала, мы 106, она 109, мы 110, она 111, и мы 112, и в итоге мы выиграли золотую медаль. Трудностей Наташа не боится. Говорит, что огонь закаляет сталь. Сейчас ставит себе более серьезную планку. Готовится к новым состязаниям. Ставишь цели, просто идешь к этой цели, несмотря ни на что. В следующем году у нас такие взрослые старт, самый первый старт. Хочется в тройку войти и показать большой результат. Терпение, выносливость и неустанный труд. Тренировки каждый день по 5 часов. Тренер Геннадий Иванов во всем ее поддерживает и считает, что она готова наравне с более опытными спортсменами бороться за главную награду. Нельзя расслабляться, надо готовиться дальше. Спортивная карьера только еще, скажем, на стадии начала у нее. Впереди предстоящий старт у нее будет, конечно, это Кубок России, взрослый чемпионат. Женская тяжелая атлетика не самый популярный вид спорта. Девушки боятся утратить женственность. Но это не про нашу Наташу. Строительство мышц укрепляет и внутренний стержень. Отсюда и уверенность в себе, и сила духа, и грация. Всегда спрашивают, почему такие красивые девочки занимаются таким видом спорта. Мы красивые, потому что мы занимаемся этим видом спорта. Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Республика.